Привет! Это новое видео на полуванильном проекте Why Me. Но перед началом мне хотелось бы поблагодарить вас за 500 подписчиков. Это значимая для меня цифра. Спасибо каждому, кто подписался на канал. Это мотивирует на создание нового контента. Ну а я не смею вас больше задерживать и желаю приятного просмотра. Но, как всегда, все начинается с пляжа. И снова здравствуйте, это полуванильный сервер Why Me. Как по мне, сервер идеален для игры. Здесь нет каких-то бешеных модов. Да, вообще здесь модов нет, то есть все основано чисто на плагинах. Ну, не знаю, будем играть, пробовать, выживать. Посмотрим, что из этого получится. Каких-то особенных планов на этот вайп нет. Думаю, построимся где-то возле завода или военки. Ну, будем лутаться, стреляться. Ну, в общем, посмотрим, что из этого выйдет. Ко мне еще должен присоединиться Паша и Даниил. Так что сейчас подождем их и будем стартовать. Так, на сервере есть кит-старт. Давайте выдадим себе его. На самом деле, на сервере очень много игровых механик, с которыми надо разбираться. И, думаю, на протяжении вайпа мы будем заниматься этим, потому что здесь довольно-таки реально есть интересные механики. Привет! Ты куда бежишь? На военку. Чё, потом в твоей стороне. Ну пойдём. Стой, подожди, тут проблемка. Да? Воу-воу-воу-воу-воу! А вот эти мейты подоспели. Ладно, пойду к ним в дискорд. Че, у меня в группу добавите? Я тебя пригласил, между прочим, давным-давно. Че, поживем у военки, как вам? Айдия. Куда я бежи, между прочим? Не поверишь, мы туда. Блин, один прикольный в кикстарте лопата. Боже. Ты понял, какая механика есть? Типа мусорки разбиваешь, из них дроп падает. Нифига тут нападало. Горелка. Парни, кому надо кому-то? Спортшот, да, у меня оружия нет. Опа, опа. Опа, здесь тачка открыта. А, нет, закрыта. В смысле, ты, Паш, запер, да? Нет. Это моя тачка. Кинь цивилен бокс. О, аирдроп, аирдроп. Пойдем, пойдем. Тут есть команда аир, при помощи которой можно осматривать, через сколько вылетит дроп. Слутать дроп у нас так и не получилось, поэтому мы просто держали путь на военку. Главное еще добежать нормально. Шкафы просто потратим, да и все это. Ну, двери, шкафы, все. Оу, чекай, рюкзак выпал. Мне хлеб на мусорке выпал. Пончик, кобра. Ты кого там делал? Мне не надо просто машины закрывать. Давай, пускай. Капец, здесь лута падает с мусорок. А вот этот плинт, он регенит хп или он? Да, он по 10 хп восстанавливает. А рюкзак кому нужен? Да. Чекнем, сколько лута выпадет с мусорки. Помогай. Жесть, чекай, такого... ты посмотри. Я такого нигде раньше не видел. Кстати, здесь еще что-то сделали с фонарями, типа с такими объектами. По-моему, если их сломать, с них тоже что-то падает. О, смотри. Нифига, я сломал фонарь, с ним выпало это. Проволока. На какую кнопочку открывается? На Э. На Э. Кстати, не знаю почему, но здесь как-то быстро тратится еда. Да. Да, возможно. Очень быстро тратится еда. Ну, очень быстро. Даже не зря механику добавили, питайся из мусорки. Мы еще немного полутались и отправились в сторону завода. Здесь просто вау домина, парни. Где? На воде. На воде? Мою идею кто-то реализовал. Воу-фу-фу-фу-фу. Офигеть, ну чуваки дают, слушай. И все фул металле, ты посмотри.
Ой-ой-ой, господи, как ты меня испугал, я думаю, по мне стреляют. Совсем забыл сказать, что на сервере присутствует механика, удушья от смоков. Да у тебя же маска есть, ты кого слышишь-то? Так, ладно, я хочу проверить, что будет, если снять маску. На тебе, короче, тут форму чуть-чуть. У меня есть. А, кислород, офигеть! Кислород просто кончается. Ты понял, кислород в нулину кончается, вообще в нулину. Моментально или... Нет, ну зайди, попробуй. Фига жестко. Прикольно, прикольно, это же вообще, блин, классная механика. Да, так не, ты понимаешь, вот раньше здесь смоки кто-то пользовался, вот ты вообще пользовался этими смоками? Я никогда. Военку закидывать, когда скучно. Ну, вот да, и только для этого. Ну, в технических целях, до которых они для были нужны, нет. А теперь их есть даже смысл собирать, прикинь. Чисто тип зданий засел, ты в него такой бам, запульнул. Ну, время рейда чисто надеваешь эти маски, к примеру, да? Ты сливаешь типов. Они типа переетываются, еще не успевают никакие маски надеть, ты просто закидываешься смоками. Да. А тут же еще в ульте сделано так, что даже смоки, типа, они сквозь же стены могут это. Ты просто весь дом закидываешь с первого на первый, сколько там этажей и все. И... Ну да, да, да. Надо строиться быстрее. Но если, ну, я себе на спочку насобирал, в принципе, хотя бы что-то меня радует в этой жизни. Меня мама не обижает. Меня убили! Кто? Я не понял, откуда с чего? Горы. Вот бетер застроенный, Тёма. Ого. И что делать? Что, может это не надо, типа, я не знаю, о чем мы с ними. У меня спрошот. Блять, у меня рада пошла. Прими ТП. Давай. Я отбегаю. Я, короче, тоже отбегаю. Кинь на меня, Данич. Так, а у меня, может, что-то есть, сейчас посмотрю. Меня убили. Знаешь, откуда, слева откуда мы пришли? У меня там по-любому не лутал. То есть у меня там бомж... Ну, типа не бомжи лут, но... Данич, давай ТП. Он здесь. Ну, он затепнулся, он погнал на барьер лутать. Это, я сейчас, короче, сейчас быстренько бегу, палочку откину и откинусь, потому что у меня этот... Данич, по тебе. Нет, по мне. Да по мне. Только откуда я не... Он прям на воевке. Как вы поняли, с первого раза у нас особо ничего не получилось, но мы не стали расстраиваться и попробовали еще раз. Тёмыч, принять. Да. Тёмыч, принять. Подожди, а если я сломаю вот эту лампу, что мне выпадет? Тоже выпал металл, офигеть. Смотри, мы сюда бегаем до штуки, где спавнятся горелки. Там, короче, находим штуку, которая, ну, гаечный ключ, чтобы открутить колесо. И канистру. Заправляем тачку и едем строить хапу. Можно мне просто гаечный ключ, и я уйду. Горелку вижу, химикаты вижу. Metal scrap. Чё ты нашел? Так нет, я нашел такси без одного колеса, вот этой штуки я не могу найти. Сейчас ты пойдешь и найдешь. Всё, ну чё, конечно, желательно, надо канистру. Почему во фляжку нельзя бензин залить? Реально. Я нашел аккумулятор даже, но... Гаечный этот ключ. Здесь кстати, еще есть эти метки для тиммейтов. Я прям герой сегодняшний. Торцовый ключ. Пожа, а там вторая тачка стоит? По-моему, да. Пожа, Даня, жди меня тут. И ищи канистру. Награда за ваш первый день. Health team. Оп, адреналин. И еще что-то. И хлебушек. А, вот этот хлебушек тоже что-то восстанавливает. Он там дает. Тоже какой-то... Надо, короче, на сайте посмотреть, что он там дает. Он восстанавливает ХП и голод до фула. Хилит. Тёма! Чё? Просто не представляешь. Чё, канистру нашел? Хорош! Да, Данил у меня еще не раз будет удивлять своими находками. Так, короче, я собираю тачку. Паша, можешь к нам ТП. А-а-а, ты ее металлом обшиваешь. Да, чтобы нас не расстреляли, пока мы едем. Все, сейчас на федералку выйдем, 120 жгнем по трассе. Ой-ой, тут лута повыпадала. Ой, а чего вы молоко не собираете, Паша? Тут же с ним можно эти крафтить. Тут, короче, с них же можно крафтить эти пироги всякие. О, там еще одна тачка. Подожди, она целая. Это еще Волга? Да, это Волга. Тащи аккумулятор. На. Паша, ты видел метки? Нет. О, нету.
Короче, вот команда. И, короче, и потом после пробела пишешь кнопку E или Q. Типа выбираешь, ну, на какую клавишу тебе удобнее. Типа ты нажимаешь, типа, и метку ставишь, и, короче, видит только тиммейты. Хорош. Нужны кому бинокуляры? В игре ты можешь гонять без всяких правил, но... Живи с ним. Короче, понял, надо его подрезать, чтобы он просто не проехал вперед. Ой, у нас-то, короче, колбасит жестко. Давай, 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 давай! Понял, такси быстрее. Чё? Вообще какая скорость? Вайна! Вот это унизил. Кузя, стреляй по нему! Мы немного полутали аэропорт и отправились строить наш домик. Здесь даже дороги такие же, как в России, типа реально. Чуть такие, знаешь, кривоватые. Да. Здесь, короче, надо жестко прокачивать это навык выживания, чтобы у тебя еда и вода не так быстро тратились. Вообще, вот выкуси меня, я пойду полутать. Прыгай. Или возле горы, которая справа. Так, сейчас давай что-нибудь выберем. Что-нибудь интересненькое нашел уже? Там типа калашика, не знаю. Да, давай. Ты фундамент сделал? Я туда колонны сделаю. Где вход будет? Вход так, будет. Вход? Ну, по идее, вот здесь лучше. Примите быстрее. Я откинусь и пойду дальше лутать. Всё, манас, лутай металл. Давай. Нормально. Вообще здраво. Хорош. Паш, на металл, короче, крафти шкафы, я тогда пойду пока дерево рубить. В общем, я пока дофармил дерево, строил дом, Паша помогал мне, Данил фармил военку, все были заняты вот своими делами. И вскоре у нас получился вот такой вот миленький домик. Как жаль, что скоро с ним произойдет вот это. Ну а пока Данил лутал военку, мы радовались жизни. Тогда иди сюда, смотри что. Ну-ка, показывай. Всё, у меня рата. У меня тут тип. Бегу. Когда он будет в здание заходить, я просто вылечу. А где он? Где? На вышке. А, вижу. Скашка? Скажешь, как он будет к этой казарме подходить, возле которой я? Он, короче, ползает по вышке. До сих пор ползает. Чекает как будто. Спрыгивает. Убежал. Он нет, в казарму зашел, по-моему, нет? Он вот где-то возле казарм бегает. Хорош. Его два калаша было. Что у него было там интересно? У него еще и калаш на 75 патронике был. Ой, хорошо. У него смотри, сколько медицины, кайф. А слышь, а он на машине сюда приехал. Че, реально? А че за машина? Желтый, типа, этот пикапчик с сейфом, кстати. Взрыви. Слушай, я сейчас не смогу потутать, у меня места нет. А где там, говоришь? Ну вот машина возле входа, где разрушенный вход, типа. Нифига, я представляю, сколько там всего было. Паш, давай ты на хом растепаешься. Ну ты что, выходим, да? Ну да, давай. Так, ну уведомления о рейде мне не приходили. Значит, нас, по идее, не зарейдили. Сейчас проверим, как оно на самом деле. Все супер, все на месте, нас не зарейдили. Ну, это не может не радовать. Давайте выйдем, посмотрим, что там поменялось. О, машины даже стоят до сих пор. Прикольно. Типы эти так они расстроились. Это тоже хорошо. Ну, ладно, сбегаю пока на военку. Полутаюсь немного. Так, ну зомби стоят, на военке я никого не вижу, так что можем спокойно полутаться. Ну, здравствуй. Что мы делать будем?
хочешь. Короче, я давай предлагаю сначала хату пропасть металл. Хотя бы, типа, ну, мейн. Ого, тут даже вот откуда записка падает. У, блядь, эпик зомби слышу, дядя. Ой-ой, там так страшно рычит. Опа, убил. О, ну неплохо, слышишь, так здесь... Ого. Два хоника, обвесы. 100 патронник, 75 патронник и два пирога, короче, на бафы. Отлично, вообще отлично. Так, давай металл нафармим на хату. Хата, чтобы пропать. Так, клеймфлаг, я думаю, поставлю в эту комнату. Знаешь что, вообще надо построить гараж для тачек, я вот что-то подумал. Так, опять убил. Реально хорошо. Здесь тело какое-то. Бегу. Он, ну, прямо на военке бегает, пытается. По военке бегает, пытается? А, примерно где? А, вижу, вижу, вижу. Тебе бежит! Справа, справа. Их двое. Я помогу тебе прямо сейчас, помогу. Подожди, пожалуйста. Вижу один. Они на ушко. Они войско базарят. А они под пирогами, короче. Тёма, под тебя один бежит. Один на военке. Ой-ой-ой-ой-ой. Убил одного. Убил второго. Тут или спаки. Ой-ой-ой, у них пироги. Хо-хо. У меня я прибежал лутать, так я фул. Я поэтому и начал ходить, потому что я просто фул забит. Ой-ой-ой, у них тут всяких штук прикольных, понял? Так, ну иди, короче, лутай. Я тут бинты чисто пособираю, зонтик возьму. Главное, что они второй бур дали. Сейчас пойдем на карьер фармить металл. Так, подожди, вот это вот... пирог из лиловых ягод. Сейчас чекнем, что он дает. Он, короче, дает увеличение высоты прыжка на 60 секунд. Нормально. Ну, у меня паркур за макс. Так, я соберу тут урожай наш. Да-да, я понимаю, очень хорошо. Ну, значит, я просто... Оу, нормально я тут подсобрал, слушай. Так, а если теперь вот это все дело, нам надо переделать еще на семена, чтобы у нас они размножались потихоньку. Я без фонаря, без ничего, Тёма еще такой чисто заряженный в элиспаке. Какой у тебя ган-калаш? Да. На фул обвесах вообще. Я чисто с Юри, бля. Там кто-то разговаривает по чату, слышал? Нет? Или, мне... Или ты что-то включил? Или ты... Да-да-да, там типы бегают. Никого не убил, но надавал много. Один контейнер в контейнерах, и второй слева тоже в контейнерах. Он бежит, видишь? Нет. Нахитовал, дал голову. Убил одного. Меня разъебали. Второго убил. Принимай ТП-шку. Лутай вот это. О, лутай. Калаш. А, ну понятно, почему он меня сбрил. Хорошо, что я услышал, что кто-то в чат сказал. Я думал, мне показалось. Ну, поехали домой, чё. А как эти камни выглядят? Ну, такие, типа, там такая металлическая оплёточка небольшая. Кардио. Это все камни здесь? А, ну там еще повыше чуть-чуть где-то были. В итоге нам удалось нафармить около 80 металла, и мы довольны и поехали домой. Ну мы, конечно, с тобой вообще продуктивненько время провели, я считаю. Мы с тобой нифига так-то сделали, если посмотреть. Нормально. Так, а что делает у нас Морфий? Морфий. Защита от получаемого урона. Ага, хорошо. Я тоже буду его с собой таскать тогда. Блин, вот, наверное, было бы фишечно, да, когда они в контейнерах сидели, закинуть им туда смоков. Блин, они были в этих, в масках, по-моему. В банданах? Да-да-да, в банданах. Ну, один был точно в бандане, а по поводу второго я не знаю. Я тоже не помню уже. Давайте построим огромную стену вокруг нашей базы. Ладно, давайте для начала второй этаж хотя бы на нашей базе сделаем. А вообще, для начала давайте ее хотя бы в металл пропаем. Кузя, поехали на карьер. А-а-а-а!
Хорош. Так, Данил, на тебе орудие труда, если его у тебя нет. Надо, короче, сделать библиотеку, чтобы экспа копилась. Да, надо. А нифига тут с мусорок дропает, парни, ё-моё. Фу, ты посмотри, я сломал три мусорки. Ну-ка, дай. Так, что, все слутали? Надо большой палантер сделать. Надо отдельную хату просто сделать. Надо, ну сейчас, да, сейчас, отдельно... короче, сейчас давай вот хату сначала металл улучшим, потом уже будем ее расширять. Плантер отдельный большой, грубо говоря, для еды, и отдельный большой для ягод. На нафарменный металл я стал улучшать наш домик, ну а также расстраивать его. Скрафтил 5 или? Или всего 5? Да, скрафтил 5, скрафтил 5. То есть у тебя еще 2 есть. Вот. Получается 7 сишек у меня в эске лежит. Так, ну... заявочка. Паш, короче, тарань мне дерево и беги на военку экспо фармить. Я сейчас тоже дострою, присоединюсь. Утром мы скинули нафармленную экспо в библиотеку, и Павел начал заниматься строительством фермы. Я специально максимально культуру качал. Правильно, правильно. Ягодок много не бывает. И опять ничего нового. Мы снова пролутали карьеры, я снова улучшил дом. Самое интересное ждет вас впереди. Сразу поехали за ним, сразу поехали за ним. Прыгайте, прыгайте, прыгайте. Он где-то не бегал. Поехали. Так, что, левее? Нормально, детонатор еще один. Все. И два... патроника. Поехали в Москву, отмычку нашли. Я говорю, пойдем заберем туда транспорт. Давай. УАЗ. А, там я поехал. О, Данечка, это хорошо. Это даже очень хорошо. Это, короче, чтобы что делать и немного дома улучшить. Двери там поставить. Паше и Данилу нужно было отойти, но мне в голову пришла дикая идея. Даже немного безумная. В соло обнести весь дом забором. Ну, в принципе, этим и я и занимался. Не знаю, по каким причинам, но двухчасовая запись у меня не записалась. И вместо двух часов видеоматериала у меня было вот это. Ну, думаю, что вы много не потеряли, я тоже, поэтому я продолжал строить свой домик. Эх, а еще у меня не записалось, как я убил двух типов на военке. Да, обидно. Я вышел пофармить дерево и тут увидел вот это. БТР едет на военке, слышь, Паша. Они сюда едут, они сюда едут. Они к нашему дому едут, к нашему дому, Паша. А где они, сзади дома остановились? Вообще без понятия. Они 99% сзади дома остановились. Ну, возможно, уехали. Вон они на другой совке остановились. Чекнули хату, и сейчас приедут сихами, пары. Давай подождем. Моя беда. Чё, Тёма, давай. Сейчас будет лютый контент. Здесь надо установить. Вон туда я смотрю, видишь? Между деревьев. Металлическая. Они, кстати, в ту сторону уехали ровно. Подожди. А, нет, не туда они уехали. Сейчас парни с сишками приедут бахать. Не факт, но возможно. Как вы поняли, в этой хате никого не оказалось. Она не рейжена? Пацаны, БТР. Не бахать едут, они бахать едут, 100%. Паша, где-нибудь ляг? Наоборот. Нет, давайте лучше подкрыть. Наоборот, снаружи. Паша, если можешь, стреляй сразу. У меня, я там клейм-плаги везде поставил. Блин, турели нет, ё-моё. Где Данича, не вижу. Он заехал за город. За домом? Где, я за домом. Где вход в гаражку? Понял. Думают, куда лучше бахать, наверное. А чё это за челы? Без понятия. Мы меня спалили. Перед. Нихера, он меня моментально сбрил. Где он? За возле скалы. Он на улице вот. Тебя где убили-то? Да, возле входа меня убили. Едут, слушай. Остановились. На моем трупе прям четко остановились. Меня убили. У меня почему-то не прицелился. Тебя они не слутали почти. Че там осталось? Нет, они едут. Едут. Да не, они едут. Yes. Подъезжают к дому. Паша, к твоему трупу подъехали. Они все, они говорят, их четверо, блядь. Короче, Паша, тебя тогда лутаю. Сколько их? Четверо. А меня даже тоже не слутали, кстати. Ты
два дома, типа, лоу. На улице. Вы чё, парни? Они, походу, к БТРу пристроили эту штуку и подъехали и запрыгнули. Надо, короче, крышу снимать и через крышу вылазить как-то. Я не знаю, других вариантов тупо нет. Посмотри, Паша, тут давай подстроимся. А на территории у нас кто-то есть, мне интересно? Да-да-да, есть. Запрыгнул. Я ему дал голову, кстати. Под пирогами. Двое на территории бегают. Ну, пробовать вылетать, я не знаю, там их трое. Секирок. Трейдер. Сломали, ой, сломали, сломали. Они сломали, они сломали, они сломали. Кузя, где рейдит? Возьми горелку, пробуй чинить. Пусть знает, где рейдит. Ты сейчас снайпер есть с калашом? Давай вместе вниз упадем. Ты хочешь попробовать упасть? Рейдит, рейдит мейн. Боже, у меня ноги сломались. У меня ноги сломались. Да, у меня тоже. У меня, короче, ноги сломались, я от этого просто вообще в говно отожал. Да. И все. Блин, конечно, у нас ситуация вообще так себе. А вот прилетели сишками. Паша, да, хорошая идея на самом деле. Фаста, 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 паркуйся сюда быстрее, фаста, фаста. Так, ну открывай. Я дал минус 2. Тёма, давай, я минус 2 дал. Они во входе стоят. Не понимаю, где он. Я его типа не видел. Чини, 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 чини. Чинил. Нечем. Хуя же, хуя. Отойди, 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 отойди. Всё, обвалилось нахуй, всё. И, казалось бы, все, нас снесли, и на этом все должно было закончиться, но нет, нет, далеко нет. Молодой, слышишь, молодой? Да-да-да-да-да-да. Но-но-но-но-но. На, качайте, кружайте, вот и хакайте, пойдем. Ууу. Чего он сказал? Вот. Да ты крут. Вы как вообще хаду-то нашли? Смотри. Смотри, короче. Так как вы тут были, короче, пьем, то есть надо было немного. Я вижу пиленные деревья и еду туда. А, ну все понятно, понятно. Там, короче, прорисовались текстуры, я не знаю как и почему. Но я типа вижу, кто-то там один в хате сидел. Выходит челик ваш вроде бы. И падает, типа, как вниз. Все, понял, понял. Обвиняет за рейд. Давай, давай, давай. Капитальный ремонт тебе делать придется. Евроремонт, да. Ну вы понимаете, что новым стандартам. Все, я еще раз извиняюсь за рейд. Можете, короче, на это бегать, на карьера, там вообще по кайфу. Вот такой ядра, ремонт будет. Если вы мою ферму поломали, пацаны, я вас не прошу, подождите. Спасибо. Нет, парень, нет, парень, еще выйти. Не, ферма в порядке. Да, ой-ой-ой, какая фермочка. Да-да-да-да. У нас, конечно, побольше. Ну так это за один день я все сделал. Спросите, где они живут, спросите, где они живут. Нет! Возле карьеры. Во-во-на. Вокруг нее все, встаньте. Слушай, ну вроде годника, сейчас еще раз сфоткаю. Давай-давай. Блять, я какой-то ягода объебался, у меня все в реверс, сука. Какой-то ягода объебался. Парни, я не знаю, что с этими ресами делать. Это все складывать. Шкафы, блять, пойдемте пилить, у нас же там есть бензопила. Парни, у нас есть бензопила? Да, есть у меня. Ну, у меня. Скинь бензопилу, я пошел дерево валить. В ящики. Валить дерево, блять, быстрей. Ну хоть библиотека целая осталась. Потом спасибо, там 1000 экспы лежит, блять.
На самом деле, я действительно был просто в смятении и не знал, что делать дальше, с чего начать, ведь по полу валяется лут, и как все это собирать, я просто не представлял. Но все же Павел с Данилом поехали лутать село, а я потихоньку начал восстанавливать нашу базу. Весь день мы занимались восстановлением дома, так что не вижу смысла вам показывать все видеофрагменты, поэтому погнали дальше. Ты что, у нас чисто фермер? Да ты крут, ты посмотри. Проблемки небольшие. Какие? Места нет? Да. Ой, красота-то какая. Короче, индиго пирог увеличивает, больше лута будешь добывать с мусорок. Алый пирог восстанавливает здоровье. 2 минуты. Бирюзовый есть еще. Бирюзовый пирог, увеличивает защиту от урона. Меньше урона будет наноситься по тебе. Давайте вы вдвоем поедете на карьер, а я побегу до этого. А, не, вы меня заведете в Петербург, я в Петербурге полутаю мусорки. Подожди, ты что, реально? Это что, Аннушка, реально? Вот он. Блин, я сейчас упрусь в текстуру. Ну, ничего страшного, Аннушка быстро пришла, быстро ушла. Ничего страшного. Так, ну, с корем пополам как-то я посадил. Но теперь нам нужен карджек, Я просто летел и не уследил, что я до края карты долетел уже. У нас что, 2 дальномера? Да. Да, пусть приносил чек. Один приносил мне. 2. Ты залутал пожар? Нет, не лутал. У нас один фильтр дома-то есть. Цели с паком пришел. Ну да. Ну да. Две ПНВшки, противогаз. Найс. Слышь, Тёма, это тот типуля, помнишь, которого на военке убили, говорит, я бомж, помнишь, который? А, это он? Да. 4 типа. Он опять бежит, алло, опять бежит. Где? Не знаю, градус не могу сказать, со стороны. Ну откуда вот Паша убежал, ты, да, я понял, откуда. Бежит. Я теперь знаю примерно, где его дом. Это получается возле карьеры где-то. Я его не вот летит. Это может его дом всех? Я его от третьего лица чекаю, сейчас он поближе подойдет, попробую убить. Кузя, он бежит к тебе, то есть он по направлению. Боже, хит дал. Где он? Вон он бежит, видишь, прямо. Да, вот за лавочкой лежит, да, вот за лавочкой лежит, видишь, за фонтаном. Да. Меня убили. Это его тиммейт какой-то. Ты никого не убил, там их двое было. Я побежал одного пушить, а там оказывается второе. Ничего, в тиме? Да нет, не в тиме. Серым на ГТАшке пишет. Тёма, слутай меня, там слева обходит вас. Слутай меня. Он пушит, он заходит в здание. Тёма, слутывай быстрей, он заходит в здание. А, он лежит, он прямо на выходе лежит. Ну ебать. Он лежит от третьего лица, чекает выход. Он здесь снизу лежит. Вон он в проходе, дал ему. Проходит сразу справа. Убил. Второго чека. Бля, ну я сдох от кровотека, ну ладно. Паш, чекай, я этого тебя. Не, у нас машина. Так и чё, в ней ничего нет. Паша, я, короче, лутаю, я домой растапываюсь. Надо как-то машину угонять. Она без колес. Блин. Ну в прямом там колесо избили. Да запушил! Убил нахуй! Хорош. Еще второй может быть, второй я может быть. Я с калинкарда убил чела фул залутанного. Меня вдвоем запушили. Я там фул голый с калинкардом типа разменял. Но и тебя... А, тебя убили. Но он открыт течение пока. Не сказать, что мы что-то потеряли с этого файта, но и ничего особо не приобрели.
Паша, надо две турели сделать, вот что я думаю. Генератор же где-то Кузя притаранивал. Бля, парни, красноватых ягод прям реально похуй. Я не понимаю, он с их тимы, что ли? Скрафти один тортик. На, пробуй. Так, и что же это дает? Так возьмите из библиотеки. Регенерация. Это алый пирог. Алый? Регенерация на 2 минуты. Так это ж из красных, смотри. Ну вот запомни. Это красноватый, это и есть алый. Так, я возьму сейчас Дейривард. Вы брали Дейривард сегодня? У меня он еще, так, по-моему, не должен откатиться. Пирог из лиловых ягод, пирог из алых ягод, семена лиловых ягод и семена алых ягод. Ладно. Надеюсь, кому-нибудь Дейриварде дадут семена янтарных ягод. Позже мы отправились на рейд, и да, я забыл включить запись. Да, она не была... Я запись забыл включить. Парни, короче, рассказываю вкратце, мы зарейдили дом. Вот еще немного не дорейдили, хотя бы это засниму, надеюсь. Блин, я не знаю, как я его не включил. Давай лепи. Газмаска есть. Найтрейдер, газмаска. Ебать металл. Да не, немного. Но я больше на самом деле приносил. Аук. Ну да, это понятно. Гили, штаны, ну и металл чисто пособирать. Ну все, ну, типа, да? Добьем. Сейчас вот тут последнюю фишку лечу и добиваешь просто вот порезом. Так. Винтов-то. Еще шкафов надо. Блин, вот хела опять нас приедут чисто по рубленчику. А потом сори за рейд. Парни, лут раскидайте по шкафам, я тут поставил чуть-чуть. Партизанская нычка, иди сюда, тут можешь, кстати, ящики поставить с партизанской нычкой. Какая партизанская нычка? Иди сюда. Покажи. Бровской кармашек. Покажи. О боже. Тёма, иди ставь. Чего? Подожди, это где? Подожди, что? Это над первым этажом у нас. А ты куда поедешь сейчас? А можешь меня закинуть на карик? Подожди, Данич, да ты построил? Что это такое? Где? На крыше у нас. Вот шишка такая. Да. Где это я сделал? Это ферма. А, точно, это же ферма. Ладно, все, в карик лутать без пирогов как-то не очень. Мур, где бур? Я закрою. Авторитет. Да не, просто у него там огромная хата, и он, если он захочет, что он будет мне мешать. Скажешь, кстати, оп. Баф, 100 секунд. Скажешь, как он? Надо еще адреналина вкалывать, короче. Да. 12 металла, короче, падает. Короче, я выформил фулл карик, 110 металла. Но это я, типа, не все с помощью добыл. С бафом. Тёма, ты где? Ноги ломаю. На М начинается, на В заканчивается. Нюкарем. Да, но его можно в турельку на изи запихать, по идее. Ну, а мы ж типа притаскивали обоймы, нет, от нюкарем. Да. С ним, кстати, генератор одно удовольствие фармить. Просто сел на левую кнопку, нажал, пиво открыл. Давай попробуем. И типа теперь, короче, выпадение лута зависит от того, где ты его фармишь. Типа если ты его фармишь на военке, то падает военный лут, там, да? Короче, топовый. Нифига, с разворота. Хорош. О, патроны, ракетницы. В общем, все-таки с горем пополам, но нам удалось забрать харду. И мы получили вот такой лут. Боже, биг зомби собачки. Так, давай почекаем. Ой, да что, Данича, жди, пусть тоже почекает. Еще и РПГшечка. Ебать. Нюкари вообще в ноль пошло. Мапл страйк.
это что за стрельба на военке? Так. Типочек. Меня спалил. Так, 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 так. Ладно, парнишка пусть лутается, мы ему мешать не будем. Я бы взял, наверное, вот это. И где-то мы притаранивали двери, двери, двери. Машина, вертолет. Чего? Кто-то решил угнать вертолет, серьезно? Самолет? Самолет точнее. Ты, дружи, меня спалил. Ой, двое. Как же все не вовремя, как же все не вовремя. Там двое было, боже. Две анушки стоят, они их, видимо, так они угнали. Серьезно, на батарее едут? Серьезно? Да не, ну срочно нас на батарее ехать, едут бахать. Но я не могу, я в КС-очке. Боже, а ты долго еще, пожалуйста, давай побыстрее, просто фастом. Меня тут, короче, тут типы приехали, понял, прибежали и начали наши самолеты угонять. Я это все услышал, выбежал, их там двое оказалось, они, короче, меня убили. Я потом выглядываю, смотрю, они на батарее едут. А Паша где? В сторону нашего дома. Он ушел. Я не знаю, но только что БТР ехал в нашу сторону, и сейчас я смотрю, не вижу где-то. Я подождал еще полчаса, но к нам так никто и не приехал. Парни, опять ползаписи не включилось. Я, короче, турели накрафтил 3 штучки. Вон генератор скрафтил, поставил. Сейчас буду территорию турельками обставлять. Из чего делается генератор? Или его только искать? Там искать и сделать можно. Канистры. Мне кажется, там лучше же из 7 генераторов прошествий сделать. Кто наряд? Это что? Паша. А, это радио! Какая музыка! Старая. Ты послушай, это самая первая, да? Ах да, совсем забыл сказать, не знаю как и где, но Паша умудрился угнать вертолет, и на нем были чьи-то сейфы, ну мы и решили их сломать. Один сломал, по-моему. А, понял, да. Я так и понял, это для пулемета. Надо... Ну-ка, есть так. О, хорош. Нали пишет, типа, у меня что-то сломали, что мне сломали. Это его сейфы, походу, сломал. Это его вертолет. Это походу его вертолет. Сейчас смотри, сейчас второй сломает. Сейчас человек пишет. О, пироги. Аук. Второй раз. Там ломает, что ли? Надо точно верхник прятать теперь. Парни начали догадываться, что это мы угнали вертолет, и поэтому мы решили застроить его от греха подальше. Ведь они знали прекрасно, где мы живем. О, я могу забрать автослесарь. Так, подожди, я могу забрать автослесарь. Воу, я выполнил достижение автослесаря, что же мне дали? Адреналин, да, мне дали 2 адреналина.
Вот автослесарь. Почини транспорт на 1000 хп. Скрутить 150 колес, перевернуть разные машины домка. Немного позже я взял топовую удочку, которую скрафтил Паша, и он повез меня на либератор, чтобы я смог порыбачить и поймать какие-то ценные вещи. Ого, я фильтр выловил, прикинь. Чего? Ты облегчил мне задачу. Нормально. Спасибо. Повезло, повезло. Тут может, по-моему, динамит выловить. Гранату. Так типа как Майнкрафт, понял? Схема четырехстволки. Чего? Паша! Да. Я его приземлил. Ровненько. Прям четко на крышу. Я влажу, и тут тых. Ну, легко пришло, легко ушло, как говорится. Да-да-да. На Аннушке. Летая просто, видишь, у меня и все. Когда Паша прилетел за мной на Аннушке, мне удалось нафармить вот такое вот количество ресурсов одной удочкой. А чё это? А чё я ударился, ты видел? Об этот флаг. Офигеть. Мне нужно было высадить Пашу на нефтевышке и самому лететь домой. Я вот боюсь, что ты в этот врежешься. В край карты. Точно, надеюсь, не врежешься в край карты. Не знаю, я постараюсь. Ты чё, улетел? А, нет. Ну, всё, можешь лететь. Сейчас зонтик. Давай, wish you good luck. Давай, пока. Полетел. Давай, давай. Надо зонтик сутку берешь, быстрее посадить. Так, а вот куда мне посадить Янушку теперь возле дома? Я в крокарта врезался, прикинь, Паша. Ё-моё, всё ГГ. Подожди, может выровняю? Ладно, не выровняюсь. Да, ебать. Там крат есть, слышишь? На всё уже, самолёта больше нет. Да поздно там крат. Ты взорвал? Да. Взорвал? Да. Парни, бля. Кузя, ты видел это, да? Пилоты, конечно, пиздец. Чел еще что-то на парку, но... Да, ты пиздец. Да, вот такие дела. Я вернулся домой, заправил генераторы и отправился спать. На следующий день мне в бешеном количестве начали сыпаться уведомления о рейде, и я быстро зашел в игру. На гризли магазин. Нас пришли рейдить в онлайне, и пока я заходил в игру, Паша уже всех убил. Ну, я быстренько начал заправлять турели и ждать второй, так сказать, волны. У нас вот не работает, Тём, вот турели не работают. Так, а где я еще не заправил-то? О, Данечка сейчас зайдет. Нормально. Данечка нам сейчас нужен. Слушай, а у нас лишней экспы нету нигде? В библиотеке? А, экспы. Да. Не знаю, Паша, не знаю. А где еще турели, говоришь, не работают? На улице, видишь, и в доме не работают турели. Ты в доме не заправил? Ну, в доме это понятно, нет, я не заправлял. Где заправляй? Тём, второй этаж. Подожди, а генератор выбит, генератор сломан. Можно создать быстренько, сейчас просто что-то в металл попеределать, да создать. Канистра есть. А там есть металл? Ой, вправду нету генератора. Сейчас, пока мы тут готовимся, они опять придут. Я чекал, никого пока нет. А сколько у нас сишек? Так, сейчас посчитаю. У Кузи, я помню, весочки точно были. Ой. У меня только липкая граната весочки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. У меня на руках 20. А, ну нормально, должно хватить, наверное. Надо взять чем пристраиваться. Бегут. Где? Я вижу. Вон там, куда я... Где, далеко? Да не, подходит уже. Ты трое. Под бафами вообще, под жесткими. Паш, бегут втроем. Танк, Тём, танк. Давай я сейчас ракетницу в танк въебу, когда он сядет на вере. Одного почти сбрил. Прям подо мной сломали, прикинь. И одного почти сбрил. Хорош. Сейчас, я захожу наверх.
Релиф не пусти сейчас, я быстренько попробую пробежать. Данил, пожалуйста, тут нас в онлайне бахают, зайди, пожалуйста. Я? Нас тут в онлайне бахают, зайди, пожалуйста, у нас полдома нет. Я тут прыгнул на троих. Турели вообще не пускают. Я туда хаешки закидываю, чё? Правильно делаю. Короче, думай быстренько. Мы тут пока вроде держимся молодцами, но это ненадолго. Убил одного. Хорош. Я пытаюсь. Второго сбрил. Одного тоже сбрил. Нет, еще один. Патронов нет. Еще, сзади меня, еще. У меня еще кто стреляет. Паша, все, хешки верчат, култай. Надо танк забирать надо. Отмычка была где-то в доме, видел. Я ебу нахуй, это просто пиздец. Тёма, у нас там фундамент одного нету, надо сейчас быстренько заделать. Ой, я не знаю, Паша, вообще ничего не знаю. Раз поставил. Сейчас еще бегу ищу. Короче, я денег сейчас сниму. У меня стенка есть. Я сейчас быстренько стой сниму фундамент тут вот деревянный, который ты ставил, где вот эта кухонька у нас была, которого больше нету. Надо танк забрать, надо танк забрать. Отмычка в доме где-то была, поищи. Папа, Паша стреляет, папа. Снопи умер под турелью, слышишь? Угу. Растопи. Паша, поможешь? Бил. Драгонфак. Фишки вот еще лежат, 4-5. Паша, да все видео заноси домой, пожалуйста. Вот, я не знаю, бери что-нибудь. Хоник мой, хоник. Знаешь, вот это вот на, вот это я не знаю, что, алиспаки. Их четверо было или сколько? Пятеро, их были шестеро, сейчас скажу. Тилини Вор, Стумпис, Женя, Дарикс, вот раз, два, их пять человек, Тёма. А вот тут танк стоит, парни, вы забрали? Да. Нет, отмычку не можем найти, есть отмычка? Голова, убил. Хорош. Они сидят на камне за танком. Убил двоих, по-моему. Еще одного убил. А в чате не написали, что чел убил Сёма. Аккуратно. Я добил его. Я не знаю, если это тот. Нет, там над тобой еще на скалах лежит тело. Нет. Ой, там стреляет. А, все, нет, Кузя, ты убил. Он, видимо, от кровотечения сдох. Вот лежат. Кузя, иди их султай. Это я. Хорош. Здесь чел просто под хатой типа ползает. Они сейчас так и будут ползать, все, надо быстрее что-то делать. Дал голову, дал две головы, убил! Хорош! Сейчас я потом побегу, я просто бегу потом. Подбегай, сишки лепи, три сишки на тебя. У меня нету титона. У меня есть, лепи просто. И всего черт. Паша еще. Перезаряжайся. Убил того. Хорош. Тёма, быстрее, Тёма, быстрее, сихи налепил. Я дверь контролю. Лепи еще. Еще надо. Я подбираю. Палку вырубил. Бля, пирог на прыжок, это просто нечто. Ты его убил? Да, голову убил у второго, кто сказал, шапку не стрелял, не знаю, где он. Маша, лепись, ой, Люблю. Я люблю. Чекай. Доме. Леплю сихи, короче. Курите нахуй. Чё, всё, взрывай. Ещё. Всё. Всю хату сносим. Всю хату просто проносим. Я надеюсь, парни не сильно обидели. Ходи. Спасибо, Тём. Сори за рейд, парни! Ура! Сзади! Меня положили, блядь! Чекайте! Вышел! За
кого-нибудь из нас. На меня можешь. Наверное, на чему кидай, потому что я контроль на чему кидай. Я тут бегаю еще по сторонам. О, вышел. Куда, блин, дружочек мой, хорошочек-то, лезешь? Где они там сидят, я не понимаю. Где-то внутри. Да хуя на все бабки. Вот они. Там челы сзади, вышли. Одного убил. Второго убил. Один не убил. Еще. Нет, еще меня убил. Он меня убил. Убил. Еще в доме бегает еще. Парни, сори за рейд, типа, ну не обидно. Да. Драгонфак, ну там 250. Тут рейд патрон для номера. Сори за рейд, парни, чё? Сори за рейд, парни. Да, нормально. Сори за рейд. Нормально. Я удовлетворен. Отличное завершение вайпа. Ну мы ж никого не собирались трогать. ПВЕ игроки, на ПВЕ игроков. Парни, машина едет, бля. Кузя, ты где там? Звуки выстрелов, слышишь? Едут на машине. Готовь там, чё вы стали? Я сейчас рофлянский будет, если на машине поедут. Парни, БТР подъехал сзади к дому. БТР подъехал сзади к дому. Сзади к дому БТР подъехал сзади. Едет. Вот прямо сейчас, Пашка, у вас будет. У вас сейчас будет БТР. Прямо сейчас. Опа, вот. Вон, вижу. Где Руси? Меня задавить пытается. Он отошел с тех. Он мимо поехал. Паша, давай я за Руси сяду, а? Давай. Парни, вот тут был, да? Парни, кройте нас. Кто стреляет? Паша, вот! Вон он! За дерево! Я стреляю! За дерево! Минус метр. Не, после. Эй, чел сверху, на два мяча! Снял! После этого мы еще стрелялись около часа, и на этом мы решили закончить свой вайп. Спасибо за вайп, вы лучшие. Да, мы тоже то же самое хотели сказать. Спасибо за то, что вы так сказали. Отдаю вам хуку на растерзание. А вы вначале, когда мы с Тёмой вдвоем были, вы от вас отбивали, вас пятеро же было? Нет, да, но у нас два мута было. Ну вы заходите, вот тут эти турели, два турели, еще три турели, еще турели. Вы смотрите, вот это турели, вы понимали себе? А, это я ее поставил. Не надо тут. Ладно, давайте удачи, парни. Нет, но это было очень плотно. Да, это было круто. Давайте удачи. Да, плотненько, ну давайте. Да, я схватил только сильно. Вот такой вот получился видосик, но мне хотелось бы сделать небольшой презент тем, кто досмотрел его до конца. Разыграть вам вот такой вот скинчик. Условия те же самые, лайк, подписка, комментарий. Спасибо всем, кто прямо или косвенно участвовал в создании видеоролика. Ну а я напоминаю, что играл я на Why Me. Все ссылки и коннекты в описании. Залетай, если хочешь так же круто отыграть вайп.